Это Шимаэль. Он защищает дом от злых духов. А это Суанаса, водяная ведьма, которая живет в озере. Он меня, родную дочь, из дома выгнал. Водяные всегда приходят, если утащить у него что-нибудь. Вот и живите со своей тетей Лисан, если вас родная мать не устраивает. Дети сказали мне, что ее водяная в озере утащила.